В Актюбинском музее искусства открылась выставка войлочных изделий, посвященная празднику Наурыз. Все работы выполнены в национальном стиле и передают культуру и быт казахского народа. Здесь представлены курак курпеки, секалта, тупкиис и другие предметы внутреннего убранства юрты. Над их созданием трудились две мастерицы – 75-летняя Елена Сахариева и ее ученица Гульсима Этикенова. По словам рукодельниц, национальные узоры – неиссякаемый источник вдохновения. Авторы выставки мечтают открыть в городе мастерскую и давать уроки шитья молодым девушкам. Очень трудоемкая работа, во-первых. Во-вторых, не все знают, что вот такое есть. Поэтому я это организовала. Самое главное, я хочу учить, чтобы научиться делать вот эти вещи и возрождать, показать, доказать, что это хорошо.